Заключительное слово, Владимир Николаевич, прошу вас сказать. Я понимаю, что вы не готовились. Конференция прошла, я считаю, с большим успехом, большим положительным эффектом, большой отдачей. Очень интенсивно, все доклады были именно выгодны для практического здравоохранения, для практических врачей. Надо поблагодарить, я от имени всех участников конференции благодарю и наших гостей, которые выступили с докладами перед нами и провели такой впечатляющий мастер-класс. Вот. И, во-вторых, я хочу поблагодарить от имени всех вас Игоря Алексеевича Крива, который организовал конференцию, организовал работу в помощь нам. Большое вам спасибо, Игорь Алексеевич. Я знаю, я была в курсе этой вашей текущей организационной работы, и поэтому знаю, каких трудов это вам стоило. И со стороны, может быть, это незаметно, но поверьте мне, что он сделал очень много в плане организации конференции. Благодарим вас. Спасибо. Если получится. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел за конференцию, потому что она делается каждому из участников, так и тех, кто организует, так и тех, кто приезжает и делает доклады, но доклады они делаются для тех, кто находится в зале, кто своим вниманием, своими вопросами и создает конференцию. Спасибо вам всем. По регламенту, значит, следующая конференция традиционно осенью состоится в рамках выставки здравоохранения. И у нас есть на ближайшее время, значит, приглашение. Мы пригласили Анатолия Трофимовича Немоцкого с тем, чтобы он тоже провел мастер-класс. В прошлом году он был, Бенедикт Коронин был участником мастер-класса, и наша конференция была с его участием. И вот это раз. Но мы дополнительно об этом сообщим, где и в каких рамках будет проводиться она. Я приглашаю в первую очередь врачей, практиков, врачей ортодоксальной медицины на эту конференцию. Цель и задача общества сделать таким образом, чтобы то, что сейчас есть в мире для лечения и для диагностики нарушений двигательной системы, сделать доступным не маленькой когорте какого-то клана, а общедоступному практикам, которые на своих местах могут это делать. Простой, понятной, доступной форме, облегчая пациентам их страдания. И я благодарю всех, кто пришел на конференцию, потому что я вижу, что это что не зря работал, что не зря гости приезжали работать, что мы это сможем использовать в своей практической деятельности. И то, для чего мы работаем, для чего существует наша профессия, облегчать страдания пациентам, давать им возможность жить, работать полноценно, полноценной жизнью, вот, это осуществляется. Спасибо всем вам. Конференция завершается работой.